Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы рассмотрим достижения в подземелье Тумана Тирнаскита для получения мета-достижения «Слава Героя Темных Земель». Для того, чтобы получить первое достижение на первом боссе, нам нужен человечек, состоящий в ночном народце. Игрок, состоящий в ночном народце, может открыть лиственную решетку для того, чтобы мы взяли грибочки, и нам потребуется семя гидры. Семя гидры нужно принести к первому боссу и положить в синюю войд-зону, которую спавнит один из боссов. В тот момент, когда семечко взаимодействует с синей войд-зоной, появляется третий мобчик, гидра, мы убиваем эту гидру, убиваем босса и получаем первое достижение, занимательная гидропоника. Для того, чтобы выполнить второе достижение, кто-то ведь мог споткнуться, нам нужно убить призывательницу туманов и после этого вернуться вновь в те туманы, в те катакомбы, которые мы проходили и там, где мы искали правильный путь. В этих комнатах будут разбросаны 6 игрушек, которые каждому человеку нужно собрать для того, чтобы получить достижение. Это достижение является персональным, поэтому помогайте друг другу, ставьте метки на абсолютно всей площади и говорите, что где находится. Таким образом, вы спокойно найдете 6 игрушек, ну и само собой имеются различные карты, различные скриншотики, которые помогут в этом. Финальное достижение «Жажда знаний», которое делается на последнем боссе, требует убийства разумного иглобрюха-поглотителя. Иглобрюхов-поглотителей в подземелье довольно-таки хорошее количество, но нам нужно убить именно разумного. Разумным этот иглобрюх становится в тот момент, когда мы подводим этого иглобрюха к последнему боссу, и он начинает понемножку кушать семечку. В тот момент, когда на иглобрюхе-поглотителе будет особый эффект с иконкой мозга, просветления, в тот момент он считается разумным, и именно в этот момент мы можем его спокойно убить, ачив будет засчитан, ну и после этого убиваем босса, и мы получаем достижение. На этом все. Все достижения в туманах сделаны. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, и удачи вам с достижениями. До скорого!